Ну, мое личное мнение, что постоянный перевод времени с зимнего на летнее, с летнего на зимнее, он, конечно, не нужен, потому что человеческий организм все-таки привыкает к какому-то определенному режиму. То есть люди привыкли уже просыпаться в одно и то же время, видеть одно и то же за своим окном, тот же рассвет или тот же закат. Поэтому я считаю, что такие перемены нам ни к чему на данный момент.